Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет опять очередной интересный роллинг за камешки, которые у нас начали на рынке опять продавать. Вот такие вот алмазы героя я показывал, они дают возможность нам выбить осколки героев, также некоторых героев. То есть у нас во время проведения этого ивента появляется вот такой вот алтарь найм редких героев, вот в котором это, грубо говоря, ивент. Он идет 2 дня у нас. Вы можете получить редких героев, но, как видите, огнекрыл тут 5 раз получается дороже сейчас, чем некрос. Ну, в принципе, где-то по рынку он так и стоит, в 5 раз дороже, чем некрос наш. Ну, также вы можете получить целых героев, то есть здесь Фрея, Бигфут, Повелитель Бури, Седна, это самые такие ценные, кто есть, если у вас их не хватает. Ну, также осколками можете собрать прилично героев. Ну, как-то странно, допустим, там Вольта 20 осколков дают, как по мне, все-таки Фрея там намного имбовей, чем Вольт ее дают 40. Ну, то есть тут чисто из-за доната они считают, что вот так вот. Но опять же, Вольт сейчас нам нужен будет для архидемонов. Опять он как бы в тренде будет. Хотя бы одного на аккаунте надо иметь, для того, чтобы бить архидемона с отражением, его ослеплять вместе с огнекрылами и прочими. Так, сегодня у нас вот такой вот рынок. Можно собрать огнекрыла. Тут и осколки, и сумки продают. Самое основное ценное, почему забрал, это сеты оживы, которые тоже, в принципе, ценные на сегодня. Также вот эти вот сундуки замка. Тоже их собираю, с них можно получить неплохие плюшки. Я в прошлый раз 10 сундуков 2 грубых силы вытащил, но мне больше нужны вот сундуки с синими кристаллами. Некроса продают 20 осколков. По сути, за 2,5 пака вы можете собрать половину некроса. То есть некрос стоит на сегодня 5 паков, огнекрыл в районе 10. Также фрей можно собрать за пак большой, считайте, плюс получить еще 4 коробки. Тоже, в принципе, неплохо. Ну, а тут чисто забрал из-за того, что здесь дают камешки, алмазы. Так, окей, забираем эти все плюшки. Частично я уже их забрал, потому что, как обычно, сундучок у нас, точнее, этот почта так и не увеличена, что очень плохо. Но неплохие 5 коробочек имеем, 5 сундуков, плюс у меня еще есть 15 камней. Ну, поехали, начнем с этого найма и героев. Посмотрим, что нам сегодня отсюда упадет. Профессор Ибит, 40 осколков. Ну, такое себе. Заклинательница 40. Ворожей 50. Ну, как бы неплохо. 50 осколков сразу получить для начального, например, аккаунта. Вот профессор Ибит целый. Как бы герой, который себя не оправдывает. Седна 40 осколков. Еще 40 осколков Седны. Так, Бигфутик. Отлично, 40 осколков. Ворожей еще 50. Рибит. Бигфут. Ворожей. Практически собрали ворожея. Фрэнки. Так, Рибит целый. Вальтор. Ну, вот так вот, то есть со всего, что здесь есть, ну, не знаю, Фрея нам не упала, Повелитель Бури не упал, Рибита в основном надавала, ну и ворожая, в принципе, ну и 20 осколков всего лишь Некроса, но это, опять же, это как дополнительная акция идет, поэтому, в принципе, с одной стороны, это неплохо. Так, поехали дальше открывать плюшки. Так, что у нас есть? Набор FIFA мы уже забрали сегодняшний. Так. Разбей яйца идет и сокровищница на трату. Также у нас идет... Можно отсюда вытащить, но отсюда такой шанс мелкий. Единственное, что здесь хорошо, это дают расходники карты смены. Но опять же, раньше когда-то были кулаки, было намного интереснее играть. Сейчас, честно говоря, ну... Не очень. Так, поехали вот сюда сначала. Сейчас я позабираю. Так, кулачки.
Это я играл немножко. Смотрел шанс, карты повыбивал. Так. Ну, уже 13 коробок накопилось. В принципе, неплохо. Так, талантики, смены. Так, смотрим. Set Prime Room 3. Гнев, понятно все. Set простых рун. Ну, разброс, в принципе, неплохо. Сразу его открою. Пусть там валяется. Также 5 сетов. Отличненько. Так, это римки у нас остались. Вот 5-й сет психощита сегодняшний. Ну, я считаю, за один пак вольт и 5-й сет психощита — это очень-очень неплохо. Так, коробочка с этого пришла, еще одна. Так, это у меня 4-й сет и еще один 5-й сет можно будет. Но мне красных кристаллов не хватает. Так, сумочки Рибета открываем. 29 штук. В принципе, неплохо. Только нахрен они нужны. Так. Вот. Чем плохо, у нас все-таки еще до сих пор не продают кристаллы. Так, ну что, у нас остались коробки только. Вот эти карты я все коплю. Надо будет что-то с ними придумать. Напишите в комментах. Так, ну, по одному открывать, честно говоря, не хочу. Я уже открывал раньше по одному, и ни хрена толкового не падает. Поехали, 8. Сука, блядь, ну такой хлам дала. Ну как хлам? Для вас может и не хлам, для меня это, честно говоря, хлам. Камни судьбы, которых уже дохренища, руны. Третья карта, которая нафиг не нужна, давайте ее сразу откроем. Сука, конченый, блядь, герой. Самый конченый герой, он и здесь падает. Так, хорошо. Это можно продать. Сейчас пойдем попробуем, посмотрим удачу еще. В яйцах, ну, в принципе, там ничего не изменилось, к сожалению. Поехали сюда. Такой шлак дают. Так, ну у нас тут огнекрыл падает сегодня. Фрэнки, Фрея, Седна. Около 57 попыток у нас. Честно говоря. Шляк один. Падает. Ну, как обычно, я ничего на русском сервере не ожидаю. Если сравнивать Китай, куда там донат дороже, но там такие плюшки падают, там вырастет дерево акция. Там столько всего нападало, что у меня тут, наверное, за все акции, как за одну там не выпало, за 200 с чем-то попыток. И там попытки не, 100 до, ну, не до 180, а до 66, это уже в 3 раза получается у вас выше шанс получить редкого героя, и плюшки в 2-3 раза, а то и более, больше за одну попытку дают. Поэтому, не знаю, я от русского сервера по поводу акции, конечно, в шоке, хоть и дешевле, да, у нас самоцветов получается больше, чем на других серваках, но в плане шанса дропа, честно говоря, фигня полная. Вот, Аароном за 22 яйцо упал. Просто огонь. Так, поехали дальше. Стоса микро. Медуза 27. Час такой хобби огнекрыл. Не помню, какой там уже по счету. Так, кристаллы. Седна 31. Ну, на 30. На 30 уже 3 героя есть, в принципе, неплохо тоже. Так, самики. Исцеление. Раньше здесь давали психощиты как-то, ну, было более интересно. Сейчас психощиты, в принципе, продают.
Сейчас все продают. Так, еще одна седна. Вот это тоже мне не нравится, то что здесь повторки кинули. Но повторки кинули обычных героев. Почему-то донатных повторки не дают. Хотя я раз, по-моему, выбил 2 вольта отсюда было. Но это очень дохренище доната. Раньше было получше, когда один герой падает и все. Там по очереди они падали. Потом они ввели, типа это рандом. Самого крутого героя вам дают одного, а все остальные по 5-6 раз могут упасть. Так, кристаллы. В общем, как обычно, базар нормальный бывает, а тут ни хрена толкового не получите. Поэтому лучше всего героев собирать осколками. Это самый лучший вариант. Так, получить все. Ну вот, собрали один сет, первый. Две седные. Вот, я же говорю, то есть акция вообще никакая здесь. Если сравнивать с другими серваками, там более все топово и более интересно. Так, что у нас еще есть? Вроде так мы все пооткрывали с плюшек. Коробки оставлю на одну, может выпадут новые талантики. На китайке надо будет тоже паролить. Вот давайте сундук лабиринта. Так, а что у меня там? Огнекрыл. 575. Нам надо 25 штук. Давайте сейчас пооткрываем. Все равно я не буду копить. Смысла нету. Там 1000, 10 тысяч хоть вы накопите. Шанс очень хреновый. Поехали. Так, коробочки. Ну, тут тоже неплохо расходники дают, но... 9. 9 заклинательниц. Почему не огнекрылы? Опять 9. Типа вам герой упадет, вы его достанете отсюда, но как видите, к сожалению, еще 6. Ни хрена вы отсюда не достанете толком. Поэтому не особо надейтесь, вы будете его лет, наверное, 5 фармить, и только тогда, может, соберете. Возможно, там будут давать, как на китайке у нас были мешочки с огнекрылом за еженедельную, но сейчас опять убрали, нету. Но... как видите, герой очень имбовый, но его собрать опять же можно. Условно бездонатный, но одна заклинательница падает. Такое ощущение, что они его отсюда просто тупо убрали. Все. Почти 200 сундуков и ни хрена не получили. Вот так вот. Все, ребят, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно участвуйте в акциях на Некроса, она будет еще до конца месяца идти. Всем удачи, всем собрать огнекрыла, всем пока.